Да и квип у меня не самый лучший. Так что... Ну, что ж, я думаю, мы начнем с этого. Полетели. Выбираем сражение. И мы наденем сначала посох, при использовании которого нам дастся, если я не ошибаюсь, что-то 30% хп прибавится. Вот как-то так. То есть нам нужно будет надеть этот посох. На нем то, что это поработка, посох Мимириды. На самом деле посох выглядит иначе. Вот это типа как коса. Для того, чтобы вот эта вот магия тела, магия благ тела сработала, нам нужно будет одеть посох и применить на себя благословение дворянина. Надо проверить, кстати, руду. Так, руда есть, руда еще есть, все есть, отлично. Такие вот неважные бутылки, которые... Рагушечка. Вообще рагушечка. Да, самое главное, пока не улетели на бой, чувствую я опять, блин, они получат награду. Обязательно для Олимпа один из основных талисманов, который необходимо купить. Это талисман поддержки. Ну, я беру на один день, потому что сегодня суббота, а вчера была пятница, и вчера был тоже Олимп, который я, к сожалению, проспал. Да, я спал вчера. Много времени на работе провожу, поэтому хотелось выспаться. И мы его сразу поставим, это талисман.
Это хил. Что-то странно сегодня. Хил, хил. Что-то очень странно. Нам повезло. Это мы с вами докупаем кое-какой талисман для того, чтобы, так сказать, улучшить свои показатели. Молчу, потому что говорить особо не о чем. Потому что устал с работы, и после у нас будет, после Олимпа у нас с ребятами планируется одна выходка, так сказать, на рейд босса. Ну, короче, в одну из временных локаций пойдем калашматить очень большого дядьку для того, чтобы выбить из него крутой дроп и поделить. Так, ну что, мы с вами разбафались быстренько, это хорошо, потому что останется время вот для таких дел. Вот, я также бафую последнюю энергию, которую я проточил на 11, она дает 5% физатаки и увеличивает хп. Ага. И также я бафую на себя вопль огра, который увеличивает мою физатаку и максимальное хп. Ну, как бы вам это сказать? Короче, чем больше хп на Олимпе, тем больше... тем дольше ты живешь. А это очень важно. Одеваем талисманы, потому что каждый из них имеет по определенному количеству маны. Хотел мышкой навести показать, но не получилось. Ну и что, никого нет, давайте посмотрим. Скорее всего, какая-нибудь бяка вылезет, а вот и она. Так, не будем церемониться, но быстрее убивать. А, вот это и вот это снимаем. Сразу. Снимаем, то есть мы опять нанесли 44 334, нам нанесли
4793 урона. Ну, я выиграл. Честно говоря, я не знаю. Наверное, везет, попадаю на какие-то окна. То есть это, как сказать, это не основной персонаж, это сразу видно. То есть человек, который просто... ну, он, как и я, сейчас параллельно тому, как я вот записываю видео, так сказать, веду стрим, я с ноутбука своего друга, приятеля и соседа, вообще хорошего человека, играю на другом персонаже, вот, и, так сказать, хочу просто отходить 10 боев, для того, чтобы по квесту можно было взять силу гиганта. Так, мы подаем заявку. Да. Вот, сила гиганта — это такой ресурс в игре, который нужен практически везде для создания всяких там плюшек, какие-то там талисманы будем зачаровывать. Вот тот же самый талисман вот желания, например, чтобы сделать из него следующую ступень, у нас идет талисман вожделения. И чтобы из него это сделать, нам нужен такой ресурс, как сила гигантов. Один из ресурсов для апа талисмана — это сила гигантов. Там надо порядочно 70 штук. Это, честно сказать, это многовато. Так что, вообще, те, кто увидит эту игру и будут возникать какие-то вопросы, можете писать, обращаться. Буду рад помочь, как говорится. Чем смогу, помогу. Вот, только сразу говорю, ребят, я очень вас прошу, мы все понимающие люди. Понятное дело, что когда приходит новичок и начинает играть, нужен какой-то капитал. Вот. Этот капитал можно... Частично, сразу говорю, частично, а точнее очень малую долю можно нафармить, а вообще это все очень долго фармится, и я вам сразу скажу, что некоторые вещи вот из моего, так сказать, обвеса, они стоят довольно-таки дорого. Сразу скажу, да, донатил, то есть вкладывал реальные деньги в игру, там, ну как это было, это, есть такая вещь очень плохая, игровой магазин, им его называют, и Итимол, в котором продаются за рубли всякие плюшки, какие-то шкатулочки, какие-то карты, какие-то там всякие, ну такие, знаете, такая лотерея, испытай свою удачу, и порой, как бы, ты такой, блин, положу-ка я 1000 рублей и попробую что-нибудь выиграть. Но ты кладешь эту 1000 рублей и ничего не выигрываешь. Ну, в лучшем случае ты ее отбиваешь. Это в лучшем случае. И ты такой, блин, как все плохо. А ведь в голове-то работает подсознание и говорит тебе, не лезь, не делай этого, купи что-нибудь другое, купи в реале. Сходи в кино, сходи туда, купи то. Ну, то есть, как бы, потрать деньги на более лучшее. Вот, но, как вот, например, для меня, на спортпит можно потратить деньги. Тоже очень, кстати, полезно. Вот, и, но, тем не менее, как бы, человек же такая, как сказать, натура. Вот, он, блин, да ладно, что там один раз положу. Ну, и, короче, ой, надеюсь, это не Некронель, мой знакомый, который суперхиро. Вот. Будем драться, что ли? Человек, он стоит с копьем или с посохом, а кто, я не пойму. Редиска 80. Так, ну что, он на маге. А это что такое? Эхо воодушевления в течение 30 минут, расход МП плюс 35, маг-атака. Ага, это маг. Это маг. И это может быть очень опасно. Маги довольно-таки интересные противники, они дальники. И... В последнее время маги не очень сильные, но при этом все же физики у нас, при этом хромает, все делают уклон на физзащиту, но и хромает магическая защита. Вот, так что мы, вот, опа, он, то есть, вот, когда, то есть он живой, то есть хозяин персонажа, о, пошел разбав,
Ну, мы посмотрим. Пускай подойдет. Может быть, он подумает, типа, я отошел. А на самом деле я-то не отошел. Я же сижу и наблюдаю за ним. Вот. И мы ему постараемся в кратчайшие сроки, как он только ко мне подойдет, вот, мы ему постараемся накидать постараемся очень сильно, чтобы вот он прям вообще офигел. Так. Не знаю, получится ли это у нас или нет. Но вот он набафал то же самое. Вот, макс хп 30%. Да, я не ошибся. Но это может быть... Это, кстати, может затянуться очень сильно. Да уж. Ну что же он стоит? Я так понимаю, откат у умения, у эхо воодушевления, ровно столько же, как и само влияние. На 29 минут. А почему же она тогда у него кончилась? Офига себе. 29 минут. Это прям... Это очень сильно. Ладно. Ну что же. Мы можем, конечно, так долго поставить, но... Что-то он не идет. Угу. А он... Я так думаю, он крылатый. То есть, ну, крылышки вот эти вот есть. Ну давай, мужик. Чего ты там жмешься? А, вот и он. Отлично. Давай, давай, давай. Что за клан? Big Family. Альянс Парадокс. Ты не сыт, ты давай иди сюда. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ай, задолбал. Сейчас мы ему попробуем максимально дамажить. О, отлично, опрокидывание прошло. Ух, что-то он прям сильно заюзал. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вот это они любят делать. Вот это они любят делать, а. Ну давай, брат. Так, заюзали щит. Давай-давай-давай. Выбили ему орка-целку. Ну, скилл такой, я ему ковить, его не пробить. Ну, давай, есть! Отлично! Мы нанесли ему 38 тысяч, он нам 40. Плюс 5 очков в мою пользу. Фух, это был интересный бой. Потому что маг, они... У них вот есть такая очень противная штука, они любят прыгать. Вот, как вы видели, он так отскочил. Вот, причем... Есть маги, которые скачут вообще прям очень быстро по всей карте. Так, вперед-назад, куда-то влево-вправо, и ты такой а-а-а. А у меня только два скилла, которые позволяют мне его преследовать. Это бросок урагана и прыжок. Так, подаем заявку на битву, берем посох, отлично. Вот, это бросок урагана. Вот, то есть мой персонаж... Делает резкий такой, не выпад, а прям рывок он прям, как стрела такой. Пшш! Но вы увидите в следующем бою, первый мой скилл, который я юзаю. Вот, и он подлетает и начинает его калашматить. А если это не получается, кстати, надо снять талисманы, чтобы они... Ой, мы даже без талисманов с вами дрались. А, кошмар, какой ужас. Вот, и... Второй скилл, который я использую для того, чтобы догнать, это прыжок. Тоже интересная штука. Он наносит небольшой урон, так же, как и... А, удар не наносит. Этот бросок урагана. А прыжок наносит. Но на 5 секунд скорость минус 180. То есть вы не представляете это. Персонаж мгновенно начинает просто вообще тормозить по полной программе. Он, ну, так двигается очень медленно. Вот. Так что это очень такой, как бы сказать, полезный скилл. Что-нибудь даст? Прикольная штучка. Вот. Она нужна для... Так, давайте откроем. Чудесный осколок. У рабочего склада меняется, но, как правило, меняется на какие-то составляющие красок. А краски, ну, соответственно, делают нам татуировки. Вот. Так что... Как-то так.
Посмотрим, что будет дальше. Можно пока о бирже, в принципе, поговорить. Кольцо Туши Баюма, одно из самых дорогих колец в данный момент в игре. Я думаю, в этом обновлении нам ввели вроде новую бижутерию, новые кольца. И вот, когда сделают новые кольца, это будет жестко. Кольцо добывается с рейд-босса Баюма. С него падает обычное кольцо Баюма, и с него падает бутыль души Баюма. Вот. Ну и, соответственно, у определенного NPC эти два составляющих, они складываются, и получается такое колечко. Так, извините, у меня бой. Отвлекаться нельзя. Пятая победа. На кону, так сказать. Если будет победа, я ее сдам, потому что обычно я даже 5 побед не делаю. Обычно мне кто-то все портит. О, я юзнул себе берсерка. Это было зря. Это надо будет уходить в глубокую защиту, потому что надо брать стража на Олимпе. Ну, по крайней мере, мне так посоветовали. Раньше я всегда брал берса, такой вылетаю, под заюзом на лимитах. Убил или не убил, там, как говорится, пан или пропал. Давай щит, отлично. Отлично, отлично, отлично. Вот, то есть сейчас у меня защиты вот на 3000 аж меньше, но при этом атаки больше. Вот, но это, конечно, сыграет свою роль, я думаю, в этом бою. Ну, блин, что-то не видно противника. Ой-ой-ой, нож. Ой, как плохо. Да ладно. Блин, братан, я на тебя даже футболку потрачу. Ой, а он в PvP сет, что ли? Его что-то не убить прям. Или он вообще маг? Кто такой? Вторую футболку. Опа, успел. Ну давай, 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 давай. Отлично, 5 побед. Это сдаем, это победа. Это хорошо. Я просто что хочу сказать. Даже поклонился. И сейчас, смотри какой. А мы похлопаем ему где-то хлопушки. Ну вы видели, да? То есть я снял себе таргет вот этим скиллом. Он меня не смог выделять некоторое время. Далее я сразу заюзал футболку, которая на 5 секунд также не может меня выделить в цель. То есть для того, чтобы ему меня бить, ему надо меня выделять в цель. Вот, и дальше я заюзал другую футболку. То есть, ну это все одна и та же футболка, но я имею в виду скилл, который наделяет меня на 5 секунд неуязвимостью. Вот. А дальше я заюзал барьер великана и таким путем выжил. Потому что данные, так сказать, противники, ножи, класс ножей, болюч тем, что может очень сильно ударить и сработать крит-атака, и я просто умру. Вот сила гиганта как раз-таки. Мы сейчас с вами покажу я вам. Вот она, эта сила. Так, надо снять. Используется как материал для обмена или усиления особых предметов. Вот как раз-таки один из них — это талисман желания. Вот этот пояс, кстати, тоже я когда, так сказать, улучшал из предыдущего. Нужна сила гиганта. Посмотрим, что дадут. Какую-нибудь бутылку. Знак битвы. Как вот этот вот, например. И опять бутылку. Ну что ж, неплохо. А нам с вами нужно провести, если не ошибаюсь, еще боя, наверное, так 3. И чем больше у меня очков, тем больше я переживаю. В данный момент у меня 41 очко. Максимум я что-то набирал 60 или 63. Вот, но это было давно, потому что чем больше персонаж ходит на соревнования Олимпиады, тем сложнее у него начинают появляться противники. Ну, хотя, допустим, если вы зайдете каким-нибудь 90-м левелом, какой-нибудь в 30-й раз, вы все равно также имеете шансы попасть на противника там 99-го уровня. То есть, ну, тут такой разброс, что вообще пипец.
Данное, кстати, не рассказал самое главное. Данное соревнование может доступно персонажам с 85 уровня, основному классу, и при том, что он будет дворянином, то есть делается класс на дворянина и допускается к соревнованиям. А дворянина разрешается делать квест, когда уровень двойного персонажа, ну, двойной класс, он 76+, то есть, ну, больше 76-го левела. Вот. До этого момента вы не можете принимать участие в соревновании под названием Великая Олимпиада и, так сказать, получать все ее бонусы. Вот, так что бегаем, делаем квесты и ходим на Олимп. Зарабатываем силу гиганта. Многие ее продают, а многие скапливают, что скорее всего буду делать я. Потому что следующий, так сказать, улучшение моего сета, это будет очень дорого. Поэтому я просто пока все покоплю и посмотрю, что из этого получится. Все равно я на линейку немного подзабил, так сказать. Как-то так. Так, ну что ж, сейчас мы с вами полетим на Олимп. Будет бой. Стопудово продую. Какая-нибудь сейчас очень сильное какое-нибудь создание вылезет. Какой-нибудь лук или какой-нибудь нож. И меня снова... Точнее, не снова. Пока еще сегодня этого не было. Но меня убьют, короче. Я больше чем уверен. Орка целка не спасет. Ой-ой, что я сделал? Передал, оно лежит в портфеле. Да нет, что-то. Так. Все, щит мы положили. ХП увеличили, дули одели. Добафываем себя. Вот. И встаем как-нибудь так, чтобы пухи не было видно. Ого. О, открытая арена. И плюс, и минус. Плюс то, что противник не уйдет вот от этого скилла, а минус того, что... Мы тоже от чего-то не уйдем. Зико. Наш противник Зико. Сейчас какой-нибудь нож вылезет. Ну что, не будем мелочиться. А, вот. Шевельнулся. Ага. Ага, ага. Ай, ладно. Пойдемте. Чего быть, того не миновать, как говорится. Сейчас какой-нибудь ножик из-за спины, как обычно, бах. И все, я умер. Но мы надеемся, что это будет не так. Ведь? Блин, точно нож. А может быть... Хуже ножа из Хайда может быть только Сайха. Честное слово. А вот и он. Сбрасываем таргет. Попал. Именно на того, на которого надо. Вот это повезло. Вот это повезло. Ой-ой-ой. Сейчас он меня убьет. Сейчас он меня убьет. Звезда. Звезда, звезда, звезда. Давай. Да ладно! Ну, нет! Нет! Блин! А! Орка целка не спаса, чуть-чуть тупанул и все. И вот вам, пожалуйста, минус 6 очков. А у нас были полные шансы на победу. Не успел заюзать скилл, который отхилил бы нам все ХП и 50% МП. Ой-ой-ой, как печально. А бой был так хорош. Мы бы выиграли. Ладно, что же делать. Так тоже бывает. Я же говорил, не зря я сдал пятую победу, так что... Ну что ж. Такое бывает. Кстати, знаете, что я сделал? Забыл сделать самое-самое главное. Я забыл поздороваться с ребятами. Надо быть вежливыми к себе и к окружающим.
Потому что на самом деле играет много людей и разных, и хороших, и плохих. Но не надо, так сказать, быть похожими на плохих, надо быть похожими на хороших. А лучше быть еще лучше, чтобы каждый стремился к хорошему. Ой, дойду водички попить. Что-то после большого количества работы у меня немного желудок, поэтому придется попить минералочки. Кстати, о бижутерии мы так и не договорили. Кольцо души Баюма, которое получается путем крафта, а точнее соединения бутылки души Баюма и кольца Баюма обычного, дает нам МП 31, физмаг точность плюс 4, сила физкрит атаки, сила также маг крит атаки 15%, скорость атаки, скорость магии 5%, сопротивление оглушению, удержанию ментальным атакам 25%, шанс оглушения, удержанию ментальным атакам 25%. Ну, соответственно, если вы такие два кольца оденете, в два раза у вас ничего не увеличится. Кольцо Таути. Таути. Обычно Таути называют. Иногда Таути. Как, кому как больше нравится. Ведь игра корейская, и точного перевода как бы все равно никто не даст. Наверное, сами корейцы только. И то у корейцев это будет как-то что-нибудь типа того. Вот. Оно выпадает с рейд-босса Таути или с рейд-босса Битва с Таути на пределе. Ну, так, точно такой же Таути, только, ну, как бы он выглядит, только чуть-чуть бой отличается. Он посильнее, пожирнее, вот, и бой несколько отличается. Сейчас мы снова просрём бой, и я вам расскажу, что будет дальше. Вообще, хочу сказать то, что за Гладов играть это непросто. Во-первых, это дорогой персонаж, так сказать, в обслуживании. Он реально дорогой, потому что много чего надо в него вложить, чтобы вот он тащил, так сказать. И то, сколько я вложил, это даже, наверное, не половина. Вообще, любой персонаж дорогой, если честно. Вот именно одевать его, улучшать, там, туда-сюда и так далее. Но тиры, наверное, одни из самых дорогих персонажей. Потому что ближний бой, потому что надо и защиту хорошую иметь, и атаку хорошую иметь. И то, и все, и ну, как-то он там, кто-то в углу стоит, тоже бафуется. А у нас начался следующий плейлист. Ой, там в золотом сейте. А кто же... Вот. Ага. А тут я вот такой раз. А это аватар. Ну чё, мужик? Да ладно. Нифига себе. Крутой. Застанил нас. Опрокинул вообще. Ой-ой-ой-ой, тань. Орка целка сработала. Ну, он-то проиграет, наверное, по-любому, я думаю. А, он барьер еще великан заюзал. Ой-ой-ой, а мы вот так вот сделаем. Ну, честно, он как бы нам не ровня. То есть он одет хуже, чем я. У него когти, наверное, хорошие. Восьмой сет. Хм, интересно. А может быть и не хуже, дед. Но, видать, ему что-то все равно не хватает, раз не смог нас убить. Талик у него сам первый. Да, мужик, счастливо. Увидимся. Блин, вот пока я с вами болтаю, никак не могу на окне сделать 10 боев. Меня прям это коробит. На лисенке не будет сделано 10 боев. Хочу предупредить сразу, потому что оно не имеет смысла. То есть я надеюсь, то, что я какую-то часть очков все равно сохраню. Вот, может быть, 38 вот нам
3 очка вернулся. Кольцо Таути выпадает с босса. Дает сопротивление огню и тьме плюс 25, МП плюс 38, сила крит атак 15%. Причем сила крит атак, ну, я думаю, что скорее всего физически, нежели магической. Мощность умений 5%, очень хорошее кольцо для ПВП. Наносимый урон плюс 5%, это тоже неплохо. Сопротивление пролечу оковому изгнанию 10, сопротивление отражению урона плюс 5, сопротивление вампиризму плюс 5, получаемый урон в ПВП минус 5%, шанс крит атаки при использовании дробящего оружия 34. Ну и как обычно, при надевании двух колец эффект не суммируется. То есть опять-таки, если вы два кольца Таути оденете, у вас не будет атака в ПВП и защита в ПВП там вместо 5-10. Вот, это надо понимать. Так, кстати, да. Снимем. И оденем. Оденем посох. Вот. Ожерелье души Фринтезы. На самом деле, не самая дорогая часть моего эквипа. Я бы сказал, что, наверное, одна из самых дешевых. Получается также путем выпадения с РБ. Ой. Зовут-то его, по-моему, как раз-таки не Фринтеза, а как-то по-другому. Там герцог вроде какой-то. Вот, выпадает, конечно, обычное ожерелье Фринтезы. Вот, ну и бутылка. И как кольцо души Баюма, оно просто крафтится. Нужна одна бутыль на душу Баюма и нужна одна бутыль на Фринтезу. Но есть еще одно кольцо, называется кольцо души Королевы Муравьев. Там также нужно одно кольцо... Королева муравьев и одно кольцо и одна бутылка души королевы муравьев. Ну, путем крафта, сами понятное дело, оно получается как кольцо Баюма. Но он стоит порядка дешевле. А, к сравнению, мое кольцо души Баюма стоит. Сейчас скажу. Я брал за 8 миллиардов. Но сейчас оно стоит гораздо дороже, где-то 13. Вот, если кто-то покупает дешевле, ну, понятное дело, торгуется и так далее, потому что 13 миллиардов это большие деньги в мире Lineage 2. Ну, давай, 13, давай. Вот, и, ну, как бы стараются скинуть цену и так далее. Но мне повезло просто, там был ивент, там, наверное, человек торопился, может, он еще и расценки что-то подзабыл. Вот, мне очень повезло, хочу сказать, с учетом того, что я его не просто не покупал за всю сумму, я там часть отдал, часть добавил, какие-то, ну, то есть, у меня был обмен с доплатой. Так, секундочку, ребят. Ну, давай. Блин, только не говори, что опять какой на ножик, а. Мне вот это не хотят давать, а это очень плохо. Последний раз пробуем и идем. О, дало. Давай, пошли. А вот и ножик. Ой, это не ножик, это танк. Это танк, и будем бегать от него долго и упорно. Отстань. Господи, отстань. Он просто на себе ауру включает, а я плохо знаю бои с танком. Вот. Ой, сейчас шип включил. Красавец. Ой-ой. Наша задача от него бегать побольше. Сейчас у него вот эта штука кончится. Ого, боже, а. Он еще там под какой-то отражалкой. Это вообще просто кошмар. Ну, это вот с танками тоже конкретная беда. Ну, вообще, я не знаю. Давайте попробуем сделать... Эх, сбил. Ну, вот я не знаю, может быть, получится. Ну, мы банально его даже ЦП не сносим. У него там еще плюс 10-й тяжелый сет. То есть он очень жирный. Он... Ну, это тяжелый бой будет, скорее всего, который я проиграю. Я уже прям чувствую.
Это будет нелегко. Я просто не знаю, что делать. Так. Мы его чуть-чуть снесли и все. Нам только бегать от него. Просто, я не знаю, бегать по КД. Ой-ой-ой, ты к нам, что ли, товарищ? Ага. Да, конечно. У него там аура включена. Ой-ой-ой. Он похож на Пуджа из Доты. Это будет долго. Ой, можно весь бой проделать, я думаю, что я все равно проиграю, потому что он мне гораздо больше надамажил. Ой, он еще какую-то ауру включил. О, боже ты мой, защита 120%. Защита от 6 стихий 30, скорость плюс 30. А-а-а, кошмар. Я не знаю, что с ним делать. Он мне еще и скилл сбил. Это вообще какой-то кошмар. Иди отсюда. Я не буду с тобой драться, отстань. Отстань. Он уже и так мне много надамажил, он меня просто хочет убить. У него крюк, наверное, откатился. Давай. Эх, как долго кастуешь, ты, господи, отстань от меня. О, боже. Вот какая скотина, а. Блин, ну давай, да. Да отстань, ты сказал. Эй! Бежим, 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 бежим. Begin, begin, begin. Неопределенная форма глагола в английском языке. Давай, брат. Ну тебя нафиг, короче. Ну, мы все равно проиграли, но просто хотя бы не умрем. То есть это... О, опять он вот эта аура. Ну это вот... Он и так себе стражи юзнул. То есть он там вообще... Жирный, непробиваемый, что такое? Физдач плюс 500. Отражалка. На 10 секунд возвращает противник. 30% получаем урона. Давай, 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 давай. Он угорает просто, наверное, над нами. Мы будем ждать, пока у него все закончится. А он опять какая-то руна. Блин, да ты достал! Ай-яй-яй, это моя ошибка. Ух ты. А может не все так плохо? Не, не вариант. Заставил! А-а-а! Отстань! Отстань от меня! Мужик, отстань от меня! Ну вот. Минус 8 очков. Ну это какой-то кошмар. О, а вот и был 10-й бой на моем твине. Ну что хочу сказать, товарищи? Это было пипец. Ну давайте мы с вами, может быть, все-таки еще пару боев сделаем. И попробуем чего-нибудь. Может быть, даже выиграем кого-нибудь. Откровенно говоря, выиграть кого-нибудь было бы неплохо. Вот видите, я вот, как и говорил, то есть сейчас несколько боев. Не, давайте мы не будем драться больше. Несколько боев, вот мы играем и выигрываем, а потом начинается кошмар. Что еще, кстати? Душа Фринтезы дает нам... Сейчас, секундочку. Я завел другое окно. Сейчас к нам не прилетит почта на лисенка, в котором будет сказано, что я получил две силы гиганта. А вот письмо. Секундочку. Так. Извиняюсь. Ну да, как я и думал. Сил гигантов. Неплохо. А, кстати, да, нам же надо на лисенке забрать.
Сейчас мы заберем квест. Мы сегодня молодцы, выполнили оба. На самом деле, вот, как я и говорю, даже 5 побед делать крайне тяжело. Итого у нас 5 сил гиганта. Ну так вот. Ожерелье в душе Френтеза дает сопротивление отравлению, кровотечению, оглушению, удержанию, паралича 20%. Шанс отравления кровопускания, оглушения, удержания, паралича 20%. Время перезарядки умений минус 10%. Отражение урона 5%. Очень неплохое бюджетное ожерелье для любого персонажа, кроме, по-моему, хилов и танков. Но, честно, говорить не могу, потому что, ну, у меня нету. Даже исы, все ДД, ножи, исы, тиры, луки, суммонеры, все таскают это ожерелье. Если денег нет на благого волокаса, абсолютно все таскают его. Ой, серьга бессмертного Закена. Довольно-таки интересный предмет тем, что... Опять зелье. Интересно тем, что выбивается с самой обычной зоны под названием Закен, в которую можно ходить с 85 по 89 левел, вот, и бить этого Закена. Откатывается в понедельник, в среду, в пятницу эту зону, набирается 7 человек и идется. Падает именно там. Но шанс крайне мал, поэтому стоит дороговато. Но они вот примерно одинаково стоят. Лярд 100, лярд 200, там 900, там в зависимости от что творится на серве. Дает МП-37, сопротивление кровотечению 30%, шанс кровопускания 30%, эффективность лечения 15%. Дает эффект гнева вампира, сопротивление оглушению, ментальным атакам плюс 30%, шанс оглушающей ментальной атаки 30%, сопротивление тьме плюс 15%. Ну и, соответственно, одев две серьги, эффект не умножается на 2. Кстати, серьга Закена есть... Просто серьга Закена, а есть вот как у меня серьга бессмертного Закена. И что самое интересное, они не апаются, то есть они выпадают именно такими. То есть выпадает именно просто серьга Закена и выпадает именно серьга бессмертного Закена. Ну потому что еще и зона есть там, дневной, ночной и какой-то великий что ли, я вот особо не помню, давно там не был. Да и ходил только всегда на одного и того же Закена. Вот, серьга Антараса. Честно, понятия не имею, где падает. Скорее всего, на Антарасе. Ну, дракон такой у нас на серве. Вот. Ну и как бы вот... для того, чтобы вот увеличить и сделать серьгу, по-моему, души Антараса, если не ошибаюсь, или как там... Блесная серьга Антараса, не знаю. Нужно 10 бутылок. Каждая бутылка. Серьга стоит сейчас дешево. Можно посмотреть, по-моему, что-то 4. Если, конечно, ценник не изменился. Потому что порой цены падают прям вообще очень-очень-очень низко. А порой как резко поднимутся и такой, господи, а почему? Серьга, аксессуар, серьга, Антарас. Давай. А серьги Антараса нету. Пипец. Вот это лучшая серьга, которая может быть. Ну и благая Антараса. Но мы сейчас говорим о моем эквипе, который есть у меня. Вот. Дает кровотечение 40%, шанс кровопускания 40%, увеличивает эффективность лечения, дарует эффект гнева вампира, сопротивление оглушения, ментальным атакам 30%. Шанс оглушения ментальной атаки 30%, уменьшение расход МП и увеличивает сопротивление земле. Ну и понятное дело, опять-таки, как обычно, одев две такие сережки, ничто не умножается на 2. Дальше у меня головной убор. Это был ивент, где попадались головные уборы с двумя статами. То есть сейчас на данном этапе можно сделать головной убор только с одной статистикой. Или харизма плюс 3, или физатака плюс 5%. Но я вот на ивенте купил очень дешево такую вот штучку. И считаю, что мне очень-очень-очень повезло. Вообще это рога демона. Извиняюсь. Но у меня стоит вот такая вот обработка. Маска ниндзи. Вот, мы вроде все пробежали с вами.
кратко по моему квипам. Футболку, кажется, не брали. Ну, футболка такой предмет. Сейчас акция. Вообще, футболка покупается в игровом магазине за 27 рублей штука. И точится. Точки есть обычные, которые после заточения предмета на плюс 3 ломают. И есть благие, которые не ломают и скидывают на ноль. Ваша задача заточить футболку любую на плюс 8, а потом с помощью определенных камней и сделать из него такую. Ну, есть другие футболки, но в основном все стараются сделать именно такую. Она дает макс защиту плюс 18, скорость плюс 7, макс хп 552, макс мп 552, расход мп для умений минус 3%, сопротивление отражению урона 5%, гнев, эффект гнева вампира 5%, время перезарядки умений минус 3%, получаемый урон минус 3%, сопротивление всем стихиям плюс 36, и, конечно же, статы, сила, ловкость, выносливость, интеллект, мудрость и дух плюс 4. Ну и плюс вот эти 5 скиллов, о которых я рассказывал в начале ролика. Ну, на этом, пожалуй, мы закончим. Точнее, я чуть позже запишу, как мы пойдем на РБ Блестаусе. Вот. Но это будет попозже. Сейчас я сделаю небольшой перерыв, так что скоро вернусь. Всем пока. Или до новых встреч. Я устал болтать. На Твиче, ну на Ютуб тоже транслирую. Ну, я сейчас видео делаю только на Твиче, а с Твича уже выкидываю на Ютуб. Ну да, платформа.